Так, там пустая, да? Что, все, вытравилось все. Да, я тоже попробую. Мимо. Ах ты паразит. Беги просто уже. Винтовку бы сюда. Она просто... Опа! Ты видел, а? Да. Можно расставить их как-то? Вон видишь, банка сока стоит. Да. Так, оставить огонь. Есть одна идея. Аккуратно. Ой. Слушай, я туда не залезу. Наверное. О! Тут наркоманские принадлежности. Слушай, блин, классно было бы, но не получится, наверное. Вон там есть неплохое окно. Я не знаю, мы там сможем разместиться. Во, смотри, вот здесь. И вот тут, и вот этого, короче, и вот эту чупакабру еще до кучи. Мишень почти живая. Ни хера ты! Хер, снайпер! Ты хорош, ты читы-то вырубай там! Да ты, у тебя там оптика что ли, слышь? Ты снайпер! Я бы попал, просто у меня патроны нужны. Сейчас. Ты можешь там еще что-нибудь поставить? У нас целый пакет с мишенями. Вот, ты можешь попробовать вот эту ПК куда-нибудь разместить. Сейчас заряжусь ничего. Ай, блин, ну скидчик не стоит. Гулять да гулять, на 400 рублей купил. Кого? Вот этих баллонов. Куда ты, блин, богач? Деньги некуда девать. Ну, а мне, видишь, зрители надонатили. Они донатили-то на еду, на развитие канала. Я вот... Вот. Это тоже считай развитие канала. Капец, это... Из четырех выстрелов в три раза попал. Неплохо для человека, который не служил в армии. Может... А, я понял, ты в российской армии не служил, да? Какой-то другой служил? Я служил в диванной армии. Диванные войска. О, диванные войска, это знаешь... Элитное подразделение.
Ну тогда у меня брат генерал-полковник. Или как там? Генеральный диван. А знаешь, я как танкист тебе скажу, что ту бутылку мы не пробьем. Там... Можно пробовать винтовку. Нам бы мишень как-нибудь разместить. Слушай, сможешь куром при таракане сюда? Ты думаешь, туда сможем? Туда. Да, давай. Сейчас я погоди, я там мишень вон тебе устраню. И сейчас это попробуем. Капец, как ты отсюда попадал? Это же нереально. Да тут еще и ветки мешают. Да я... Слушай, я отсюда, блин. Слушай, попадаю походу. Есть! Пробитие! Я горлышко сбил. А! У меня рука дрожит уже. Есть! Red Bull пал! Все. В результате стрельбы Red Bull был уничтожен. Клинская получила 3 пробития. А, ты вот так хочешь? Блин, ну... Я буду влиться. Нет? Влиться. А, короче. Короче, дело к ночи. Ну, двигайся, ну, танцуй. О, кассетка. Точно. Во, на. Давай. У тебя нож с собой? Я предлагаю с картонной стороны. Чего? Вот с этой стороны. Вот. А, да, хотя ладно, без разницы. Что-то я подумал, что так. На, картонная, прикручивай. Куда ее? Куча. Так ты вот так прилепи просто. Или ты не к стене, как ты хочешь. Я хочу просто вот так вот поставить и так стрелять. О, да так-то что-то. Че? А как ты хочешь? Я думал, вот так вот, типа, она будет такая. Развиваться. Вот так? Она будет в центре примерно, а мы скотч вот так вот протянем и вот так. Ну давайте не здесь. Вот сюда отсюда. На, вот там, вот этот конец. Скотч хрен наклеишь. Да чё вот? Вот так вот. Я тут, ты там прилепил? За почти за угол. Так посильнее прилетит там надо. О! Идея хорошая. Ну и что, еще сделай одну моторчик. Не, тут здесь. Там на нее сверху.
Вот так, ага. Короче, тут ни хера не получится. Тут не держит ни хера. Ну вот. А если на раму, на раму. Ни хера столько скотча у нас. А на раму, панораму. Вот там, отклеивай. И туда, к дереву-то прихватить. Хорошо, приклеим. Так, вот так вот. Во, я как бы это сам. Намотал, блин. Блин. О, ну это трудная мишень будет. Это капец. Меня наркоман укусил. Ой, в смысле. Комар. Наркоман? Да, меня укусил наркоман. Наркомат военных дел. Меня укусил наркомат, что делать? О, смотри. А? Я гений, да, вот так вот, короче. Сил наркоман. Ой! Я извиняюсь. Тихо, я ухожу. Так, погоди. Тогда погоди. Ты можешь по-братски мне оружие зарядить? Я сейчас еще это. По-братски оружие зарядить, я еще тут мишень не поставлю. Чтоб шанс попадения был увеличен. Так, вот так вот. Ну, на самом деле, надо как-то на козырек будет забраться, я не знаю только как. Его на тот подоконник банки наставить. Это было бы, как говорится, комбо. Я так не знаю, как туда залезть. Ты что думаешь, я такой сильный, что ли? Ух ты, сука, твою мать! Ну я поднял. Только забраться я туда не смогу, походу. Спасибо за веру в меня. Я трус. Но я тебя могу в этом подстраховать. Давай вначале вот эти уничтожим мишени. А потом мы это самое. Смотри, позволь мне право первого выстрела. Позволяю. Банка сейчас. Какая? Левая, правая. Стеклянная, правая. Давай. Давай. Ну чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Парами, по-моему. О, да, попал. Нет пробития. Не пробил. Ниже. Я разбил, прям вижу это. Я по доске попал, походу. Почему стреляешь?
А по алюминиевой? Ух ты! Не пробивает ее! Да. Капец! Она не пробивается! Я по мишени попал. Все, капец мне. А что такое? Холостой был? Странно. Похоже, новый баллон же требуется. В девять? Я в девятку попал, слушай. Да. Я в шестерку попал. Да вот, девять. Какая шестерка? Нет. Вот это пробитие. А, это класс. Да, вот. Все, ладно. Ни хера сейчас снайпер. Нифига ты снайпер, здесь треснуло. Да. Я сюда не попал, да? Я не помню, кто попал, но короче... Смотри, попадаю. Да, по-моему, я и по банке попадал, но она просто, это, знаешь, на таком... Да нет, она бы... Так, ну надо же. Так, все, я тут, все, на предохранитель. Так, да, давай я все это оружие положу тебе под страху, чтобы бревно не укатилось. Переставь его вот сюда. Чуть пониже там, там было. А ты до... Встанешь? Вот, так вот, что ли? Типа того. Ой, я руку занозил. Завозил. Если что, прыгай на меня. Ты да? Мне вот эта рука нужна. А зачем ты этот? Чтобы на нее наступить. А. Это покорение дома. Двухсмысленно, да? Покорение. Как прям гору какую-то. Так мы эти, блин, руферы какие-нибудь. Бля, его лучше, чтобы он справа не... Все, давай. Не... Главное, потихоньку, без резких движений. Аккуратно. Ну я смогу поставить это на край. А туда ты не это самое? Нет, туда не залезу. Все, тогда забей. На край ставить даже как бы это самое. Конечно. Я просто вспоминаю детство, думал, ты как вон сюда залезешь, как это самое. Если я бы залезу, да? Годы не те, да? Все. Все. Надо это самое. Опять баллон. Ну-ка я сам попробую. Давай. Блин! Ну ты чё, Андрей Михайлович? Попробуй собрать. Да нахер не надо. Что упало, то идет нахер. А чё оно, это самое, это шипит? Ты не докрутил, ё-моё, Виктор. В смысле не докрутил? Оно, видишь,
Я сейчас сделал выстрел, оно нормально стало. Стреляй, да? Что ты прикопался ко мне, да? Ну ладно. А, нет. А что так? Странно. Ни хера я не понял. Да. Ни хера себе там отскакивает. Нет. Все, теперь уж точно вышло. Ах, комары меня задолбали, блин. Я руку заморозил себе. Я получу обморожение, походу. Капец, я летом, а... Блин, да ты нихера там. Там минус 80. Выход сжатого газа. Блин, ну, где мы? А, вот заряди себе эту винтовочную пульку. Вон. Вот это вот надо заряди. Да? Она не влезет только. А мне, кстати, влезет? Тут прикол, я, короче, в газете объявление увидел. Мужик винтовку продает. Там интересно, что ту винтовку, которую я когда-то ему в свое время продал. Я смотрю, моя. Угу. Пострелял. Все, видать. Надоело. Ой, нихера там, как интересно. Ах, сука, чертовы комары. Они не знают, что нас нельзя кусать? Нет. Нас нельзя кусать? Нет, нельзя. Как это не залетело? Тебе надо баллон, наверное, меня... Или ты чё? Чё на тебя так пукнуло? Я залетел. Ни хера ты! Да. Ну-ка я. А ну-ка я. Я снайпер, не снайпер. Куда-то левее. В инструкции к пистолету написано не раз в 3 секунды. Новый снайпера, блин. Опа! Есть контакт! И контакты, одноклассники! Да. Ох.
картинку. Так я же ее продал. Ох, я сегодня настрелялся. Меня все камыры сожрали. Короче, у меня уже баллон. Все, я стреляю в банк, попадаю в мишень. Что такое? Меня за это самое заело, что ли? Ты слышишь меня? Что? Они у меня вылетают! Серьезно? Да! Сколько их там? Капец. Я вот эти твои зарядил, походу зря. Они тебя под солнцем размазывают. Блин, да? Я не могу твои... Давай, уходи. Капец. На винтовки брать. Да я понял. Секрет это баловство. Молодец, хороший матч. Да, ты мой молодец, умница. Шарик перевернул. Все, капец, я, блин. Ты не бойся, ты что-то бойся. На извините. Ты как это? Не пугай его, что-то. Что там? Что такое? Что страшно же? Да. Да? Слышь, давай на. Меня, знаешь, сколько кончилось за это мероприятие? Капец. В следующий раз я покупаю. Да у меня, видишь, у меня-то проблема в другом. Руки и жопы растут просто. Ничего, бывает. Короче, иди к нам работать. Поправим. Капец. Я ни хера не резкий, походу. Как... С моей резкостью, как у меня нет детей? Я бы уж по таким прогнозам уже вот должен быть отцом героином. Ой, героиней. Героином. Многодетный отец. Отец героя. Блин, придется это самое запикивать. Да блин. Что такое? А! Я обойму не вставил! Я стреляю, а пули не летят. Оказывается, я обойму-то не поставил. А, чертовы комары! Зимой стрелять нельзя, а летом комары жрут.
Ладно. Да что такое? Что с ним не так-то? Не знаю. Пойди другой зарядил. То ли я так его зарядил, что это самое. Все вышло, да? Я, может, забился ствол. Разбирать, может, не надо. Как интересно это проверить? Во, все. Заработал? Да. Я немного поигрался с кислородом. О, с CO2. Кислорода, да? Кислород. Выпукной кислород. Да что ты, блин? Короче, все задания домашние. Ну? Разобрать, починить. Вот. Не надо было твои серые заряжать. Серые пули зарядил. А? Ну, пойм... А как можно? Капец. На природе, можно сказать, мусорить. Одно с другим сошлось. Пуля застряла и это самое. И что? И баллон плохо зарядился. Комбо!
Есть пробитие. Right. All right. Yeah, always. Я не попал. На свежем-то баллоне. Как хорошо все зашло. Ну хотя попадал я крайне низко. Сейчас восстановим. Так, ну это уже вся решето. Так, погоди, не стреляй. Нет, не надо. О, вот это по касательной, я вообще где там как будто бы сдуло. Сейчас я погоди. Там еще парочку поставлю. У тебя сколько там это выстрелов? 4? Да. Ну, давай, 4 мишени тебе тогда поставлю. В таком случае. Ты так себе уверен?